После того, как нам объявили, то, что у нас будет конкурс, мой день начинался одинаково. С самого утра подъем, потом школа и фигурное катание. Я не могла пропускать учебу, так как если мама это узнает, то мне будет капец. О, девчонки, привет. Привет, как дела? У меня все хорошо, у тебя как дела? У меня тоже все хорошо, в принципе. Ты готова к завтрашним соревнованиям? Да, я готова, в принципе. А ты? Ну, я тоже готова. Ну, хорошо, давайте уже переодеваться, а то уже скоро тренировка. Ну что, пацаны, вы готовы к завтрашнему дню? Ну, я вроде бы да. А ты? Ой, я даже не знаю насчет этой звезды. Она реально бесит. Звездилась такая. Короче, я не могу с ней танцевать. Вот, ну, правда. Ну, мне вроде бы с Рэйчел повезло, поэтому она нормально катается, поэтому есть шансы, что мы займем первое место. О, да, у меня тоже есть. Хлоя тоже неплохо танцует. Ладно, давайте собираться на тренировку уже. Итак, надеюсь, вы не забыли то, что завтра соревнования, поэтому сейчас будете показывать, что вы умеете и чему вы научились. Ну, а что я хочу сказать насчет завтрашнего дня? Всем удачи и желаю вам успехов. Так, еще вот тут стоит покрасить, и все, остались последние штришки. Так, и помада. Так вот, и вот так. Вот, все, готово. Вы выглядите великолепно. Все, готово. Удачи вам на конкурсе. Спасибо большое. Фух, все, отсидела. О, ну, прикольно. Да, ну что, как, готова к соревнованиям? Я, если честно, начала чуть-чуть побаиваться. А ты как? Я тоже боюсь. Да, кстати, прикольно то, что мы сейчас пропускаем контрольную по-русскому. Стоп, что мы пропускаем? Контрольную по-русскому? А что? Ну нет, мне нельзя контрольные пропускать. Если мама узнает, что у меня не было на контрольной, то все, мне капец, мне кирдык. А, в смысле, ты же живешь в другом доме, почему кирдык-то? Ну так в том-то и дело. Если я не приду на контрольную, то она поймет то, что я ничего опять не делаю, и заберет дом, и я буду с ней жить. Оу, ну, даже не знаю, что тут сказать. Но сейчас нужно волноваться о конкурсе. Это да. Ну, ладно, давай, что ли. Сейчас мы будем выступать, поэтому пожелай мне удачи. Хорошо, удачи. О, господи, кто-нибудь скорую, пожалуйста. Выключайте свет, быстрее. Что же у них могло случиться? Это, походу, Алан опять неправильно ногу подставил. Быстро звоните в скорую. У кого-то есть телефон? У меня есть телефон. Я позвоню. Хорошо, давайте побыстрее, пожалуйста. Так, быстро, у мужчины серьезная травма ноги. Девушку ты повезешь. В операционную, на первый этаж. Срочно. Ну что ж, нужно что-то срочно принимать. Если мы ничего не сделаем, он, к сожалению, не будет ходить.